Раскопки на Приморском бульваре окончены. Археологи не нашли то, на что были нацелены, но все же продвинулись в изучении местоположения Хаджибейского замка, который в свое время штурмовал Дерибас. Руководитель научной экспедиции Андрей Красножон рассказывает, что георадарная съемка оказалась неэффективным способом поиска замка. Но благодаря городским раскопкам археологи выяснили, что замок правда существует, вот только искали они не с той стороны. И когда мы это поняли, где мы находимся на самом деле, перевернулась вся картина изначальной вот этой вот топографии. То есть мы отказались от георадарной привязки, потому что она не подтвердила себя. И тогда стали искать и пытаться понять, а где же мы на самом деле находимся в топографическом отношении. Потому что не одной только георадаркой мы руководствовались при выборе этого места. Это один из косвенных таких был у нас признаков. А основные – это рапорт Дерибаса и его план, опубликованный мной в 2018 году, прилагаемый к этому рапорту, где точно показано расположение замка, его привязка к местности и маршруты штурмовых колонн. Когда продолжат экспедицию, пока неизвестно. Но главное, говорят археологи, задачу минимум выполнить удалось. Поэтому мы попали неизбежно куда-то на участок замка. Об этом говорит битый, например, многочисленный найден турецкий кирпич. Битый не до детского периода, который нам свидетельствует, что где-то рядом стены. Понимаете ли? И теперь, когда мы сориентировались и поняли все-таки, куда мы влезли, в батарею береговую, которая была выстроена в 1765 году, а я думал до этого, что ее отсекло склонами, она рухнула в греческом парке, условно, находится сейчас. Теперь я понимаю, что это, получается, от батареи надо уйти там, условно, в сторону центральной аллеи. Вот и все. Но это наука.